всем привет! Начинаем новый влог. Смотрите, с какой вкуснятины он у меня начинается. Муж у меня ездил недавно в лес в Красный Бор и привез мне целое ведро лисичек. Часть мы уже съели, часть я поставила сушиться в духовку, а эту часть мы решили пожарить. И ну вот здесь у меня уже готовая вещь, и вот я все это потом заморожу. Короче, девчонки, радость, радость. Мы тут выехали в Леруа Мерлен, Кирюшу одели. Но оказалось, на улице достаточно тепло, поэтому расстегнули. И, кстати, интересно, что сейчас Леруа Мерлен переименовались. Я что-то настолько отстала уже от повестки дня, что очень удивилась, когда увидела вот эту вывеску. Ну, необычненько, конечно, погулять. Классно. Скажи, Кирюш, какое-то развлечение помимо обычных наших прогулок, да, зайчик? Вот зато как интересно сидит, смотрит, ему нравится за машинками смотреть. Говорю мужу, как интересно, мальчуковость так рано проявилась сразу в машинке. Если что-то где-то машина едет, все, прям Кирюша весь в ней. Мы уже дома, хочу показать. Вот я испекла вчера вечером пирог. Ну, это будет как печенье. То есть я разделила его вот на порционные такие штучки. И сейчас сложу в банку. Начала потихоньку использовать все варенье, которое я варила еще вообще в лохматые годы. И меня прям угнетают вот эти банки. То, что их так много, они стоят и без дела. Мы так много варенья этого не едим. И вот, думаю, вот таким образом, посредством выпечки, буду потихонечку пользовать. А печенье такое люблю. Вот столько печенья получилось, в баночке все не влезло, ну, в общем, пока так как-то сложила, попробовала, получилось хорошо. Необычно с черной смородиной, вот, конечно, варенье сюда, но нормально, короче, потихонечку вот буду так делать. Вот наша малютка уже встает, да, Кирюшек? Уже устал, сегодня целый день тренировался. Каждым разом все лучше и лучше получается. Все дальше и дальше стоим. Да, моя солнышко? Вау! Класс! Что там интересного? Давай посмотрим. Ночник, да, твой? Да, да. Солнышко мое. Люблю тебя. Всем привет! Наконец-то я показалась вам лицом в этом влоге. Ну что, у меня такие шикарные новости. Я сейчас впервые за все время с рождения ребенка впервые вышла из дома более чем на час. Я раньше гулять выходила по субботам и, ну, там просто по своим делам, там на почту, на Wildberries, ну, это так себе. А тут прям время для меня. Я наконец-то пошла в спа. Пойду сейчас, и этот спа, ну, сертификат, в общем, мне подарила Даня на рождение Кирюши. И только вот сейчас, в 10 с лишним месяцев, да, ребенка, я смогла наконец-то выйти. Муж вроде перестал бояться с ним оставаться, и вот они отпустили меня вдвоем. Я, конечно, очень этому рада, и я говорю так, вы знаете, сейчас у меня такое немножко волнительное состояние, что я не хочу звонить и там узнавать, что, как у вас дела, как это, просто я хочу расслабиться, и этот, знаете, такое ощущение прям, что хочется и расплакаться от счастья, и уснуть, как бы там не уснуть за эти 2 часа, в общем, 2 часа будет длиться моя процедура, там обертывание, массажик, чай, вот, в общем. Пришла набраться сил, отдохнуть и вот просто уделить время только себе. И вот ничего никуда не бежать, ничего не делать. Надеюсь, что мне сейчас все очень-очень понравится. Думаю, что по-другому быть просто не может. Не знаю, получится у меня там поснимать или нет, но если что, как минимум после процедуры я включусь и расскажу о своих впечатлениях. Все, я зашла, заполнила. Такая красотища. Ну вот и пролетели мои 2 часа. Все, мне сделали массаж. Я такая довольная, отдохнувшая. Мне прям так нравится. А это мой чай. Ну что, я уже вышла, маленечко вам получилось поснимать, короче, я такая довольная, я такая расслабленная, я сначала 50 минут лежала в водорослях,
Мне, кстати, эти водоросли ламинарию отдали с собой. Я сказала, что практически все, говорит, забирают. Можно еще дома два раза тоже сделать обертывание. Потом массаж маслом, все-все-все меня промазала, помассажировала. Так хорошо поболтали с ней. То есть такая ненавязчивая беседа была. И затем чай с конфетками. Все, сейчас я вот уже села в машину. Вся такая, знаете, помятая после этого, после массажа. Конечно, сил много, отдохнула морально тоже очень хорошо. Всего 2 часа меня не было. А насколько все-таки это, как много это сил придает. Прям класс. Теперь полечу домой. Вот, соскучилась уже по своим мальчишкам. Вот прям классно вот это вот ощущение, что вот я соскучилась. И я прям с удовольствием сейчас поеду домой. Буду тискать обоих. Ну все. Конечно, я такая лохматая, надо расчесаться бы. Дома у меня из новостей это вот мы наконец установили сушилку. Давненько она у нас уже была куплена, но стояла все никак. Мы ее не могли установить, потому что нужно было прям полностью переделывать вот эту полку. Получилось, конечно, по-колхозному, но ладно, мы радуемся функционалу. Что уж есть, девчонки, ну вот как-то так получается. У нас, наверное, в жизни с мужем всю дорогу, вот, ну как-то так. Ну как эти, блин, что-то все у нас не по-людски, все через одно место. Ну хотя бы уже мы вот сегодня посушили детские вещи, сейчас я снова запустила новую стирку, и вот будем потом еще раз сушить. Короче, я прям очень довольна, очень радостная. И что прикольно, что эту сушилку можно подключить к мобильному приложению. То есть, ну вот, есть вот эти моменты. Я вот посудомойкой так пользуюсь, я там смотрю расход соли, еще чего-то. Ну, то есть можно так запускать, и это прям круто. Ну вот и все, давайте я буду заканчивать пока этот влог и начну снимать для вас новый. Всем большое спасибо за то, что вы пришли на мой канал, смотрите мои видео. Я вас всех обнимаю, люблю, целую. Пока.